Ульяновские кикбоксеры вернулись домой с победой. В первенстве России наши земляки собрали полный комплект медалей. В турнире приняло участие более 1000 спортсменов со всех уголков страны. Конкуренция была огромная. Соревнования были в городе Кемерово, получается, проходили целую неделю упорных боев. Не скажу, что были соревнования легкие, были тяжелые достаточно, потому что конкуренция огромная. 65 регионов со всей России приехали на соревнования, как минимум там 15-16 человек в весе в каждом было. Для Анастасии Паничкиной участие в соревнованиях такого уровня – дело уже привычное. В прошлом году она уже стала чемпионкой России. В этом году Анастасия вновь на пьедестале. Себя чемпионка видит только в спорте, цели на будущее уже есть. На самом деле хотелось бы съездить на международные соревнования, неважно, там Европа, там мир, куда откроют. Вот было бы замечательно, если бы открыли. Вот это, наверное, моя цель. Выращивать таких звездочек помогает региональная федерация. Она помогает клубам, поощряет лучших спортсменов, проводит соревнования и тренировочные сборы. Как раз перед первенством России наши спортсмены побывали на сборах в Пермском крае. По мнению руководства федерации, подобный обмен опытом помогает спортсменам достичь лучших результатов. И он едет в другой регион, другие спарринг-партнеры, другая подготовка, другая нагрузка. И, соответственно, его стимулируют в работе. Он не на пределах возможности, а свыше работает. И к соревнованиям подходим уже с другим опытом, с другими возможностями, да, выше пределов своей нормы. И выстреливает уже на ринге, показывает хорошие результаты. Всего на первенстве от Ульяновской области выступало 67 человек. В разделе «Фулл-контакт» наша команда заняла первое место. По результатам соревнований в разных разделах наши спортсмены взяли 38 призовых мест. Из них 12 первых, 9 вторых и 17 третьих. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.